Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 4 марта 2022 года. Вчера меня спрашивали о том, как дела у наших птенчиков, как у нас дела с яйцами. Я отвечала в комментариях, что есть наклев. И так как я читала в интернете о том, что температуру я держала 37, влажность у меня повышенная. У меня были два яйца разного, скажем так, срока инкубации, поэтому одному яйцу нужно было побольше влажности, другому поменьше. Я читала, что 2 суток после наклева могут вылупляться птенцы. Инкубатор у меня норма лупер, значит, C10. Они у меня были уже без поворота, но я сама переворачивала, потому что разного возраста, повторяю, яйца. Попугаи не откладывают в один день. У них интервал несколько дней, по-разному развиваются плоды. Я это хорошо показала при авоскопировании. И сегодня, когда я заглянула, я подумала, что еще сутки вот полежит, если сам не вылупится, буду помогать. Вы представляете, дорогие друзья? Стою и аж испугалась. Аккуратно проклевано вот так вот скорлупа яйца. Абсолютно ровненько. Сейчас инкубатор начнет пищать, но мы долго не будем это делать. Смотрите, как вскрыто. Прямо вот по кругу вообще. Вот у нас второе яичко. Извините, это потому что тепло из инкубатора пошло. Вот второе яичко. На втором яичке я пока наклева не вижу, но у них разница, повторяю, в несколько дней. И смотрите сюда, что творится. Вот так я обнаружила. Сейчас аж испугалась. Опа, опа, опа. Вот они у нас малявочки. Наш малыш кокарики синенького цвета. Попугайчик родился. Я не буду его долго морозить, он должен обсохнуть в инкубаторе. И я буду обязательно делать о нем видео. Поздравляем ребенка с рождением. Это птенчик Лерочки, Валерочки. С днем рождения, малыш. Мы все за тебя держали кулачки, все переживали. И я хочу сказать, дорогие друзья, это наш с вами птенчик. Мы все вместе переживали. Держали кулачки за этого маленького чудышка природы. И вот он появился на свет. Долгожданный малышок. Не буду долго морозить. Пусть он немножко еще побудет в инкубаторе, согреется и обсохнет. А дальше буду показывать и рассказывать. Оставайтесь с нами.